Барнаул поживает? Да слава богу, что Барнаул-то там? Только себя знаешь, а других-то не знаешь. А как вас знаю, уже лет 5-7. Ну помните, я на Пантеле звонил с Приморского края, Фокино, город. Может быть так. Находка. Да. Ну, когда я вам показывал дрова еще, это, березовые. Угу. Давно это было, полгода назад. Ну да, мы туда проезжали. У нас миссия была туда, мы проезжали. Так, я слушаю, чем я вам полезен буду? Как пить бросить? Как что? Пить, алкоголь бросить. Я слова не пойму, письма или что? Алкоголь как бросить пить, алкоголь. Алкоголь? Что-то непонятно, зависло все. Оно не ровно идет, даже слова сейчас не слышно. Слова не слышно даже. Про что спросили? Оно прерывает что-то. Алкоголь как бы пить? Не, никак. А зачем его пить-то? Его вылить, пережечь и все. У нас в рот не берем мы даже никакого, ни одного грамма. Я знаю, я уже лет 7 связан с вами. Народ запился и так, а мы будем об этом думать еще. Зачем это нужно? Ну вы не пьете? В первом послании к Коринфянам, 5 глава, апостол Павел говорит, пьяницы Царство Божие не наследуют. Не наследуют, я знаю. Ну если не наследуют, тогда главное-то, тогда и жизни никакой не было, в аду гореть, да стоит ли это? Человек выпьет, добровольно ум помешательство, он не знает, что говорит, что делает. Понятно, живу в деревню, блин, забухался, работаю в порту. Хороший японский порт этот, на Приморье. Восточная Сидорная компания. Так, вы еще позвонили. Так какая цель у вас звонка была? Давайте, чтобы я вам полезный был. Володю хочу видеть. Володи нет, он на работе. А кем он работает вообще-то? Кем? Как что с кем? Кем работает работяга? Печки ложит, как вы, что ли? Печки, печник? Володя. Да он, вот, у брата Игоря там работает, на дому. А, у Дубунова? Да. Ну, знаю я его. И Татьяну знаю, и Светлану знаю, понял я. Я уже вас 7 лет смотрю. 7 лет. Ну так 7 лет. Вы же видите, какая у нас трезвость-то. Вы подражайте нам. Хорошо. Постараюсь. Ну, пьяный не буду в храм входить. С пьяным еще... И мама молится за вас. Мама молится. Говорит, а что, говорит, дед? Я говорю, ты этого деда-то послушай. И папа говорит, дед плохой. Я говорю, ты послушай ты его. Они не слушают вас. Ну вот, кому как. Насильно мил не будешь. А? Насильно мил не будешь. Не хотят, правильно, не надо. Правильно сказано, правильно. Как Ленин, марксизм, ленинизм, помните? Ну ладно. Так, все, если ничего нет, я отхожу. С Богом. С Богом.